Здравствуйте, дорогие друзья! Теперь мы будем обсуждать, как произнести букву Е в индонезийском языке или с индонезийским звуком. У нас теперь есть три способа, как произносить букву Е. Я могу разделить на трех частях. Вот первая часть – это Э, как мягкий И, да? Э, да, то есть Э, здесь как Э, не Э, но чуть-чуть мягче. Э, да? Э, и потом соединение, то есть в одном слове есть Э, и открытое Е, Э, и последнее вот просто чисто открытое Е, Э, да? Вот здесь Э, 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 и в середине Э. Давайте начнем с Э. Бсар. Бсар. Это означает большой. Бсар. Как будто мы произносим Б сразу С. То есть бсар. 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 Еще бналу. Бналу. То есть так же, как Б и сразу Н. Бналу. Или мягкий И, да? Бналу. Это паразит. Вот. Блум. Блум. Или в русском это будет еще нет. Кртас. 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 Это бумага. Гмук. Гмук или гндут. Или гмук. Гндут это разговорное. Гмук – это толстый или полный, да? Дми, дми – это ради чего-то или ради кого-то. Дми. Гантэн, гантэн, гантэн. Я знаю, что здесь трудно, потому что в конце будет концовка дифтонг, то есть Н и Г. Как произнести? У нас есть в другом видео специальное для произношения НГ. Но, тем не менее, я здесь скажу, что как надо произнести НГ. Н, то есть упирается все вот здесь назальный аппарат и внутри, рядом со связками. То есть гантон, то есть как будто вы туда вот забираете звук вовнутрь. Гантэн. 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 Да? Гантэн это значит красивый. Это только для мужчин. Потому что для женщин это чантик. Гунтин. Гунтин. Гун, гу, гунтин. Как будто г сразу на. Гунтин. Гунтин. Не гунтин, г, но гунтин. Так, ringing, singing на английском языке. Вот, это все касается А. Да, здесь у нас есть тоже слово сбентар. Здесь оба буквы Е произносятся одинаково, как Э, да? Сбентар. Сбентар. Это минуточку или секундочку, или подождите. Да? Сабентар, или недолго по-русски. Вот. Это касается буквы Э с закрытым ртом. Да? То есть способ, первый способ Э. Сейчас второй способ это открытая челюсть и открытым ртом. То есть здесь процесс более здесь, в губах, то есть впереди. Допустим, белок, 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 поворачиваться, или поворачивать, или поворот, белок, да? Мера, мера, ой, это херан, мера это красный, здесь не написано, херан, херан это удивляться, да? Делман, 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 ну это как карета. Медя, медя, стол. Да? Энак, это когда еда вкусная,
особенно еда индонезийская, наси горен или и так далее, рендан и все фрукты. Тепер. Тепер это овальный, это как прилагательный. Тепер. Тепер. Вот. Бебек. Бебек это утка. Бебек. Просто не путайте с словом бебек. Потому что если мы произносим бебек, это как часть название одной еды из Центральной Явы. Рудяк бебек. Далее. Это второй способ. Первый способ. Теперь последний способ это соединение. То есть первый всегда первая буква Е это как Э, а вторая буква как Э. Открытая, открытым ртом. То есть БКЕН. БКЕН это популярный. КРЕТА. КРЕТА. Поезд. Поезд. Третий. КМЕДЯ. КМЕДЯ. Это рубашка. Четвертый. Джендела. Окно. Или окна. Пятый. Греджа. Греджа. Церковь. Или храм христианский. Шестой. Мрека. Мрека. Они. Переводится. Седьмой. Джелек. Джелек это я. То есть джелек это агли по-английски. Или... ну, можно тоже по-русски так уродливый, но это очень слишком считается для нас грубо, но это что значит «делек», да, «делек». Вот, еще есть замечание, вот здесь обратите внимание, что всегда все слова с префиксом «к» и суффикс «ан», да, это называется по-русски как конфикс, то есть к-ан или п-ан всегда е произносится первым способом. К, не ке, допустим, к-таранган, это означается информация. К-таранган, информация, да, или к-туханан, да, или к-мандириан. И так далее. Или пеларанган, запрет. Пеларанган. Вот. Дорогие друзья, произношение и тремя способами. Спасибо большое за внимание. Не забудьте subscribe, лайк и коммент. Комментируйте и будем на связи. До свидания.